ответственные за уборку улиц в Ноябрьске будут лишены премии. Об этом сегодня на встрече с пенсионерами заявила глава города Жанна Белоцкая. Поводом для такого наказания стала жалоба жительницы города, которая посетовала, что некоторые остановочные комплексы не убраны. По углам мусор, скамейки грязные. В общем, ожидать транспорт в таком окружении просто неприятно. На что Жанна Белоцкая ответила: ответственных за состояние этих объектов она накажет по всей строгости. Но при этом глава города призвала и самих жителей относиться уважительнее к труду коммунальщиков. Мусор чей? Мусор наш с вами. Но мусор чей, уважаемые? Мусор наш. Понимаете? Понятно, что ни один дворник то количество мусора просто-напросто не в состоянии убрать то, которое было после зимы. Мы всегда уделяем огромное внимание вот остановочным комплексам. Вот я не знаю, но я проеду, посмотрю, если какие-то там, например, конкретные остановочные комплексы, но те комплексы, мимо которых я проезжаю, мы всегда туда заглядываем. И каждый раз уделяем внимание. Может быть, где-то в микрорайонах отдаленных. Но, тем не менее, вопрос актуальный. Если что, раз он звучит, значит, он...